выполнили ваше поручение, доставили. Автомеханик с меня не очень, как вы поняли, шкварень. Только вместе мы с вами, объединившись, можем все это преодолеть, все эти трудности, испытания и победить. Спасибо вам всем огромное. Давайте разгрузку заделаем. Давай, давай, ложись. Давай так, эти цепочки уже. Дорогие друзья, с большим приветом из Сургута. Все дошло, отдаем ребятам эскип. В общем, много медикаментов привезли казачьи батальонские от ребятишек из 878 школы. Колеса на замену, такие хорошие грязевые от Алексея. Петушки, спасибо огромное. Масло вот сейчас разгружают. Посмотрите, как раз это все от Алексея. Спасибо большое, Алексей, видите. Выполнили ваше поручение, доставили футболки от Троицкого храма города Воронежа. Белье, все здесь. Спасибо вам большое. Которые купили благодаря нашим слушателям, да, подписчикам, почти на 200 тысяч вышли запчасти в казачьи батальонские для их автомобилей, которые есть у них еще, помимо той буханки, которую мы с вами продали. Хочу поблагодарить Орехова Сергея Ивановича, который своими руками изготавливает, варит печи. Мы их повезем в казачий батальон «Скиф», 126-ю крымскую бригаду, 252-й богучарский полк и 237-й полк ВДВ. Вот, так что спасибо вам огромное. Сейчас еще вот эту печь подсварим, это от Азова люди передали 10 штук. Таких вот печей мы их разделили все по две. Алексей, мы в казачьем батальоне «Скиф» передаем от вас печи. Видите, хочу отдельно сказать спасибо Ростов Автодор, Союз ветеранов МВД и внутренних войск «Азовский», Медведеву Александру. Огромное вам спасибо, что не оставляете наших воинов и утепляете их сейчас в зиму. Это очень нужно, здесь очень необходимо. Вот еще запчасти. Вот там вот все, это вот все мешки не стали доставать с машины. Вот у нас эти покрышки. Покрышки. Тут. Камеры. Камеры, точнее. Камеры, да. Вот тут шкварень. 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 Так и написано. Надо ударение ставить на заводе. Слушайте, ну вот этот автомеханик с меня не очень, как вы поняли. Шкварень. Получили благодарственные письма для тех, кто передавал в прошлую нашу поездку ГАЗ-3307. Это тем именно ребятам, которые школа передавала. То есть автомобиль этот когда-то был школьным, но когда фронт сказал «надо», он отправился туда, куда надо. Спасибо вам огромное. Все передаем от вам вас. Спасибо. Вам спасибо, что вы... Спасибо тем ребятам, которые нам помогли. Спасибо вам. Что вы благодарите тех, кто действительно там, это действительно важно. Это они... маленькое то, что мы можем сделать, только поблагодарить грамоты. Ну, это спасибо очень важно, вам. Это очень важно. Спасибо. Дорогие друзья, как вы видите, все доставлено. Все привезено сюда, и ничего бы это не получалось, если бы не вы. Вы наш стимул не останавливаться, а приезжать, вот, смотреть в глаза этим ребятам, видеть то, в каких они условиях здесь оказались, на передовой нашего Отечества, и понимать, что только вместе, мы с вами объединившись, можем все это преодолеть, все эти трудности, испытания и победить. Спасибо вам всем огромное. Все, что там, 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 что там,